Официальный визит дипломатов Туманного Альбиона в Верхнюю Салду состоялся 7 февраля. Гостей встречали по традиции в музейно-выставочном центре ВСМПО, где представители руководства корпорации ВСМПО «Ависма» предложили вниманию Мартина и Джонатана краткую презентацию титанового производства. Рассказали в том числе и о партнерстве с ведущими авиа- и двигателестроительными компаниями мира, упомянув давнее сотрудничество и с британскими Rolls-Royce и Airbus. После общения в музее посланники Ее Величества королевы Елизаветы побывали в основных производственных цехах ВСМПО, задавали немало вопросов и восхищались увиденным. Меня удивили масштабы производства, поразили новизной используемой технологии и, конечно, объемы выпускаемой продукции. Впечатлило и производство совместного российско-американского предприятия Ural Boeing Manufacturing. Но у меня было очень приятное впечатление, самое приятное впечатление, что вы тесно работаете с британскими фирмами. Вы работаете с Airbus, и, конечно, Airbus работает в Великобритании, там производят крылья, вы работаете с Rolls-Royce, еще с другими производителями и запчастей. Это мне очень приятно, потому что моя работа, конечно, посольство, это поощрить торговлю. А сколько лет вы работаете в России? В этот раз я уже 18 месяцев. Но я работал здесь в 90-х годах. Тогда я был здесь 4 года, я был в Екатеринбурге 3 раза. А что вы можете рассказать о России и о русских людях своим родственникам и друзьям в Великобритании? Но мне кажется, что в России это страна, где огромный экономический потенциал, где есть очень теплое гостеприимство, где хорошая возможность для контактов между людьми. И несмотря на то, что у нас достаточно сложная политическая ситуация, сотрудничество продолжит в разных сферах, как в образовании, в науке, потому что в этом году у нас год науки и образования совместно с Россией, и еще в бизнесе. То есть даже в рамках санкций можно сделать бизнес. Джонатан Брентон признался, что был удивлен большими площадями, на которых идут производственные процессы, огромными размерами выплавляемых титановых слитков. Как раз такой достали из печи, когда дипломаты вошли в плавильный пролет цеха номер 32. К пышущему жару слитку Джонатан Брентон протянул руки, чтобы согреться. Все-таки на Урале в этот день было очень холодно. По словам высокопоставленных гостей, британцев приводит в ужас температура воздуха даже в минус 2 градуса, а в Верхней Салде в день визита термометр показывал минус 25. В завершении беседы господин министр-советник выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между Россией и Великобританией. Мы, как дипломаты, это наша задача, конечно, уменьшить риск войн, закончить конфликты, когда мы можем. Хотя, конечно, существуют всегда конфликты и риск конфликтов, я убежденный оптимист и можно сделать мир лучше.